Очки. Так, ключи. Отличный день сегодня. Не будем мешать собачке гулять. Итак, друзья, я снова на экскурсию. В этот раз по Гоголевскому бульвару. Многие просят показывать и метро, и москвичей. Просят. Или те, кто здесь когда-то жили, уехали. Или даже те, кто ни разу в Москве не были. Но многие не смотрят ни экскурсии, ни метро, ни москвичей. Неинтересно. Но мне дороги те, кому интересно то, что мне интересно. Поэтому буду снимать, буду монтировать, буду показывать. Зубы я все еще лечу. И долго еще это у меня будет продолжаться. Поэтому, друзья, я плохо говорю. Да и неудобно говорить. Пока до победного конца еще далеко. Вот уже метро. Не до Кузнецкого моста, там перейдем на Лубянку и до Кропоткинской. Тут конец с вами. То есть первый вагон к центру. Уже идет. Я вышла из метро, здесь вот собираются наши, вот, тут несколько групп, две или три, но я уже отметилась, экскурсовод не разрешила снимать, так что не буду снимать, к сожалению, но экскурсия должна быть интересной. Очень редко отказывают, наоборот, с радостью. И с благожелательностью все соглашаются, но вот сегодня такая экскурсовод. Поэтому, что ж, я просто вам покажу. Но это вы все, наверное, узнали. Храм Христа Спасителя. Вот. Дальше. Смотрите, вот дом с рюмкой на крыше. И здесь Гоголевский бульвар. Он идет вот под этой аркой и дальше туда. Так что вот мы пойдем по Гоголевскому бульвару. А это станция метро Кропоткинская. Мы с вами отсюда вышли.
Лужники по обеим сторонам. Здесь Гоголевский бульвар. Я, конечно, здесь много раз бывала. Бывала и в Литфонде. Тут вот у нас справа в одном из особняков, вот туда, там вот Литфонд. И так гуляли мы здесь много раз с мужем. И на экскурсионных прогулках пеших была. Я тогда еще не снимала, естественно, только фотографии делала. Вот. Сюда немного пройду, покажу. Ну и все будет на этом. Вот такие цветы здесь. И вот начинается Гоголевский бульвар. У нас экскурсия минут через 10 начнется. Куда идем мы с пятачком? Я поведу тебя в бассейн, сказала мне сестра. А идем мы в бассейн. Время сколько уже? 17:37. То есть половина шестого вечера. Сережа меня уговорил снова записаться в бассейн. А то я давно уже не ходила, он только ходил. Вот теперь идем вдвоем. Уже желтые листья. Да. Но это из-за жары. Да. Вон перед окном там весь газон выберет. Трава была зеленая. Ну вот, и купальник свой новый выгуляю. А то сколько, наверное, полтора года купальник новый лежал. Невыгуленный. Ни у кого таких красивых купальников нет. Чего? Я думала, он что-то хочет сказать. Но... Здрасте. Добрый вечер. Вот, мне нравится, что полотенце с собой не надо приносить. Практически никого нету, да? Здрасте. Сережа вон заходит. Сейчас и я пойду. Ну все, пошла я пробовать воду. Пошла мырять. Как моя внучка маленькая говорила.
Смотрите, какая прелесть. Тут я одной рукой грибу могу окунуть телефон. Рискую. Вот здесь небо я вам покажу. Глядите, какая красота. Вот. Прелесть. А тут синь воды. Там Сережа плывет. Такой довольный. Телефон положу и дальше поплаваю. Я пошла в душ. Тут водичку мы пьем. Так, кардиозона. Фотографию покажу. У меня есть фотография, не хочу телефон бросить. Сейчас все будет пару. Душевые. Ну вот. За это я пошла. Вот это кажется пустая. Угу. Вот. Все. Вешаем все сюда. Ну и все. Хорошего помаленьку. Пора домой. Ой, хорошо. Прелесть прелестная. Что я еще могу вам сказать? Уже сумерки, мы возвращаемся, такие усталые, наплавались, приятная такая усталость. Наверное. Ну ладно, друзья, всего доброго. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч на моем канале.